Здравствуйте, друзья! Поздравляем вас! Нет, не с Новым годом, еще рано. Мы поздравляем вас с тем, что вы пережили конец света. Хотя наверняка многие из вас питали надежду, что 22 декабря вы покинете стены убежища и отправитесь покорять пустошь. 2012 год стремительно близится к своему завершению. Games Blender представляет вам 10 лучших проектов уходящего года по версии портала 3D News. Спустя почти десяток лет к нам вернулся нью-йоркский полицейский, время вокруг которого замедляется, когда он прыгает. Макс Пейн постарел, потолстел и стал еще сильнее зависеть от боли утоляющих. Тем не менее, это все тот же старина Макс. С пессимистичным взглядом на мир и способностью убивать десятки врагов без угрызений совести. Без помощи финнов из Remedy Entertainment Rockstar самостоятельно разрабатывала третью часть. Она вытащила Макса из промозглого Нью-Йорка и отправила в солнечную Бразилию. Но счастливее Пейн от этого не стал. Потрясающая работа Джеймса МакКефри, увлекательный сюжет и отличная боевая система. Все это позволяет думать о Max Payne 3 как об одной из лучших игр 2012 года. Еще дольше, чем Макса, мы не видели игр серии Diablo. Вторая часть появилась в 2000 году. За прошедшие 12 лет вышло несколько десятков клонов популярной игры Blizzard, в том числе и Torchlight. Многие разочаровавшиеся в Diablo 3 стали искать утешение в продолжении экшен-РПГ от Runic Games. И что самое интересное, нашли. Бывшие сотрудники Blizzard создали игру, в которой больше Diablo, чем в самой Diablo. Система прокачки персонажа, уникальные подземелья и музыка Мэтта Ульмана. Torchlight 2 — настоящий кошмар для вашей мышки. Есть такая профессия — галактику защищать. На протяжении последних 5 лет с этим неплохо справлялся Командор Шепард. Большой друг всех инопланетян, кроме жнецов, разумеется, и просто хороший парень. Ну или наоборот, негодяй и подлец, каких в космосе еще поискать. Вам решать. BioWare обещала, что третья часть ответит на все вопросы игроков. На деле, после прохождения игры, многие обнаружили, что необъяснимого стало еще больше. Канадский разработчик стал получать тысячи гневных писем от разъяренных фанатов, которые не смогли понять, чем же закончилась игра. Создателям даже пришлось выпустить специальный DLC с новыми сценами и диалогами. К Mass Effect 3 можно предъявить много претензий, но лучше просто поблагодарить BioWare за хорошую космическую оперу длиной в 3 акта.
В Японии тоже умеют делать игры. Правда, жителям всех других территорий продукция страны восходящего солнца кажется чересчур сложной. Dragon's Dogma не исключение. Это трудная, но очень затягивающая hack and splash RPG от студии Capcom. Если вам нравилось исследовать открытые миры Monster Hunter и Skyrim, и вас не пугала сложность Dark Souls, то Dragon's Dogma для вас. А еще в ней можно карабкаться, как в Shadow of the Colossus. Даже на дракона можно залезть, чем не одна из лучших игр года. У Джорни нет желания говорить что-либо конкретное. Хочется лишь томно вздыхать и восклицать. Вы только посмотрите. Игра от That Game Company удивительно красива и грациозна. На ее прохождение у вас уйдет всего лишь пару часов. Но обещаем, что это будут лучшие из двух часов, что вы когда-либо тратили на видеоигры. Потрясающий дизайн, выверенный темп повествования и музыкальное сопровождение создают неповторимую атмосферу. А еще в Джорни самый лучший кооперативный режим, что когда-либо видела игровая индустрия. Если в Journey кооператив сказочный, то в Borderlands 2 он безумный и веселый. Gearbox Software заслуживает пятерку за работу над ошибками первой части. Задания стали интереснее, мир разнообразнее, и у самой игры появилась атмосфера невероятного веселья. Столько пасхальных яиц, сколько разбросано по Borderlands 2, не сыщешь ни в одной другой игре. Тут вам уровень из кубиков Minecraft и задание о черепашках-ниндзя. И, конечно, не забудьте выразить свое восхищение двойной радугой. Игровой процесс остался прежним. Убиваем противников, постоянно сравниваем оружие и радуемся его внешнему виду и характеристикам. Главное найти компанию, потому что в Borderlands 2 нет места одиночкам. Как вы могли заметить, в этом году модно возвращаться, что и подтверждает выход XCOM Enemy Unknown, игры, которая является ремейком оригинальной UFO Джулиана Голлопа, вышедшей в далеком 1993-м. По словам самого Голлопа, о том, что Firaxis решила осовременить его игру, он узнал из новостей. Сам же он в создании Enemy Unknown не принимал участия. Тем не менее, студии Сида Мейера каким-то образом удалось сохранить дух оригинала. XCOM Enemy Unknown — представитель редкого в наше время жанра тактической стратегии. Здесь нужно думать, потому что за каждую оплошность игра очень жестоко наказывает. Какой же топ без Call of Duty? Тем более, что в этом году Black Ops 2 действительно заслуживает попадания в список лучших. Почему? Потому что сериал благодаря Treyarch движется вперед. Смотрите сами. Уровни стали шире. Сюжет развивается в разных направлениях, даже концовок теперь несколько. Лихой боевик с кучей взрывов и запрограммированных сцен стал еще увлекательнее. Отдельно отметим работу сценариста игры Дэвида Гойера, который также помогал Кристоферу Нолану создавать трилогию о Бэтмене. Благодаря ему у сюжета появился смысл, а у персонажей харизма. Даже нам странно говорить об этом применительно к Call of Duty. Но это факт. For the next, with blood in our veins, in the air, in darkness.
Рассказывать о хороших играх всегда удовольствие, но вдвойне приятно, если они при этом являются новыми IP. Как, например, наш следующий представитель списка лучших — Dishonored. Сложно определить, за что хвалить игру студии Arkane в первую очередь. За вертикальный дизайн уровней, который позволяет прокладывать столь разнообразный маршрут движения. За потрясающий внешний вид и атмосферу стимпанка, созданным благодаря легендарному Виктору Антонову. За возможность пройти игру несколькими способами. Но, наверное, лучше мы похвалим Dishonored за все сразу. Она этого заслуживает. Мы никогда не думали, что бегать по джунглям за кабаном будет так весело, и уж тем более в начале года мы не представляли, что Far Cry 3 будет достойно звания лучшей игры 2012 года. И тем не менее, это так. Приключения городского увольня Джеймса Броуди на пиратских островах захватывают с первых минут. Far Cry 3 — это тот же Skyrim, только солнечный и с пушками. Взбираться на вышки, охотиться на животных, захватывать аванпосты увлекательно как никогда. О том, что существует сюжет, думаешь в последнюю очередь. И между прочим, история игры полна загадок, интриг и ярких персонажей. Практически идеально сбалансированная и такая разная Far Cry 3 заслуживает самой высокой оценки. Ведь именно вами, пользователями портала 3D News, она была признана лучшей игрой 2012-го. На сегодня это все. Как всегда, впереди вас ждет трейлер на русском языке, а на следующей неделе мы расскажем вам об играх, которые ни в коем случае нельзя пропустить в 2013-м. До скорой встречи!